спасение рядом, всегда говорят те, кто обратился к Господу и скинул с себя маску вечной жертвы. Трезвому духом открывается правда о том, кто он на самом деле, кто он глубоко внутри. Заветный тайник открывается не всем. Даже когда в руках ключ от замка, кто-то будет долго смотреть на него, но так и не решится узнать о себе больше, чем хочется. А кто-то смело открывает замок и осторожно заглядывает внутрь. Все это похоже на то, как человеку по-настоящему стать трезвым. Нет, не пьющим, а именно трезвым. Избавиться от зависимости – это только шаг навстречу чему-то большему. Но еще не добродетель. В нашем очередном выпуске программы «Трезвение» мы вновь возвращаемся в Улан-Удэ. Наши исследования внутренней церковной жизни и общины трезвости святого праведного Иоанна Кронштадтского продолжаются в Свято-Илинском храме. Как мы пропагандируем, как мы рекламируем, если хотите, свою деятельность? Никак практически. Вот. А как нам люди приходят? А зачастую они приходят потому, что где-то они встретили человека, который пил-пил, да вдруг перестал. При этом он, оказывается, не закодировался, не стал плевать в сторону своих вчерашних друзей. Вот. То есть он нормально существует, работает, он не чувствует какого-то недостатка, что он что-то, чего-то хорошего лишен и так далее. И вольно-невольно к нему присматриваются месяц, два, три, там, может быть, год, потом начинают интересоваться, да как же в конце-то концов. И вот он говорит, а вот так, хотите, покажу. Вот есть там на таком-то приходе такая-то школа, все бесплатно, приходите. У каждого здесь своя судьба, своя дорога, приведшая в храм. Вот у меня тоже в семье большая семья была, мать у меня вообще не пьющая была. И она и сейчас не пьет, ей 87 лет будет уже нынче. Вот. Отца, правда, нет, отец всю войну прошел, но отец выпивал, конечно. Мне все время тоже в детстве было как-то вот неприятно, когда отец там пьет. И, ну, и там где-то дебаш, все было там. Ну, вот я в Красноярске закончил училище и сюда по направлению сдал экзамены, поступил в индустриально-педагогический техникум. На отделение, сворачиваемое отделение, ТСП. Ну, вот здесь не закончил путем, потом доканчивал заочно уже. В армию ушел отцу, в армию забрали. Ну, так, по техникуму я закончился, и по судьбе, чтобы квартиру надо было зарабатывать, я ушел на стройку сварщиком по отоплению. Вот я до сих пор работаю на этих трубах. Но там, где сварка, там, где отопление, там всегда колымы, приглашение, водка рассчитывается. Ну, и помаленьку все это в бригадах. Там командировки ездили за эти квартиры, тоже зарабатывали. Ну, помаленьку уже началось там алкоголизм, как говорится, привычку втягивается. В браке мы с Владимиром Константиновичем 32 года. И, конечно, в храм привела нас беда этот алкоголизм, зависимость моего мужа. Ну что, воцерковляться стала я с 2006 года. И духовным наставником считаю отца Олега Матвеева. Да, благодаря именно его наставлениям я поняла, в чем проблема у нас. В чем проблема в том, что мой муж пьет. Проблема, оказывается, не в моем муже, а проблема была все-таки во мне. Потому что, чтобы не пил твой родственник или родственники твои, нужно прежде всего надо начать с себя, исцелить себя самой. Что я и начала делать. Я никогда не употребляла алкоголь, никогда не курила, слава Богу. В институте я училась, группа была одни девушки, поэтому я и в институте не пила никогда. Поэтому для меня, конечно, вначале это было как бы шок, как это с меня, я такая хорошая. Во-первых, придя в храм, я начала, конечно, исповедоваться. А исповедь – это уже начинается перемена ума, я начала меняться. И вот помаленьку, по крохам я начала понимать, в чем же проблема. И с Божьей помощью есть такая икона Божьей Матери, неупиваемая чаша, о которой уже была сегодня речь. Я начала молиться за своего мужа, чтобы он пришел все-таки в храм, чтобы он перестал пить, чтобы эта зависимость от него ушла. Я благословлялась на чтение Акафиста несколько раз. Это 40 дней читается Акафист Божьей Матери, неупиваемая чаша. Но это только по благословлению. Без благословления, конечно, Господь дает силы. Это помогало. И мой муж через где-то 4 или 5 лет пришел в храм осознанно. Так вот я пришел.
благодаря супруге в храм, стал поцерковляться помаленьку, внуков стали водить в храм. Ну, как у нас там получалось, всякое было, ну, старались, по крайней мере, стараемся сейчас внуков водить, причащать. Тут тоже даже очень интересный был случай. Был крестный ход как раз вот 18 мая, да, это празднуется у нас икона Божией Матери Непиваемой Чаши. И мой муж, вот тоже опять вот он говорит, слегка был это, в таком, конечно, состоянии. После крестного хода ему даже такая честь была нести икону Божией Матери. Он поцеловал, и тут как чудо. Он, короче, опять тоже перемена ума у него. И он, короче, бросил пить. У нас тоже так вот наступило такое, что вот это как чудо. Во-первых, он бросил курить у нас тоже. Он курил сколько лет? Я 40 лет откурил. 40 лет откурил, тоже так же, это с Божьей помощью. 8 лет начал курить, 48 я бросил. С Божьей помощью, да. 7-й год я не курил. Бросил курить он, да. И вот тут тоже с Божьей помощью он бросил пить. И за биотрезвость это крутит так, я вот сам по себе знаю. Это тоже это соблазнов много кругом. Так и вот и ждут лишь бы это. Ну, без обетрезвости, по-моему, это с обетом трезвости очень намного легче. Я вступила на путь вообще воцерковления не так давно, очень активно, так скажем, где-то год. А вообще я прослушала курсы, в первую очередь, это по перед крещением. Огласительные беседы. У нас мы в принципе не знаем, что такое трезвый образ жизни, и в принципе не знаем даже то, что такое правильное семейное образование, например. И мы будем говорить, как слепые котята, мы идем туда, куда там, кажется, уж придется, да. И, конечно, если бы я владела теми знаниями, которые вот имею после курсов в настоящее время, когда, например, выходила замуж, то, конечно, бы не наделала столько глупостей, сколько успела наделать до пути воцерковления. И как бы у меня после этих курсов все разложилось по полочкам буквально, что я за все ответственна, с таким грузом ответственности далеко не уедешь. Теперь, слава Богу, все, как говорится, я выполняю чисто свои женские обязанности и не лезу в мужские дела. Еще один важный момент – это то, что тоже столкнулась с трудностями при воспитании взрослого, значит, подростка. И по беседам, по исповедям, по советам батюшки, как бы пришла к выводу, что я могу сейчас делать для 15-летнего ребенка, ну, в частности, и в области трезвения. Только, как говорится, молиться за него и самой вести такой образ жизни. По крайней мере, стараться. Если бы при ЗАГСе, будем говорить, велись такие курсы, то, наверное, ну, не знаю, 50% разводов бы не было. Это точно. Ну и трезвенность это тоже. Просто вот это, я считаю, необходимо вводить, вот, не знаю, там, даже на уровне школы, чтобы дети это все видели, понимали и знали. О вреде непосредственно алкоголя, да и даже говоря о том, как устроена эта зависимость, мы сразу показываем человеку, что это действие именно духовное воздействие. Зависимость – это духовное воздействие нечистой силы. Это не просто, что человек по ошибке приобщился к алкоголю, алкоголь – наркотик и так далее, а это именно воздействие нечистой силы. Поэтому хорошая русская поговорка говорит, что свято место пусто не бывает. Поэтому недостаточно избавиться от пристрастия к пьянству и при этом не менять свою личность, не стремиться к духовному усовершенствованию. По сути, дело алкоголя – это есть суррогат духовной радости, для которой человек создан, но о которой, конечно, он не сможет себе даже составить представление, если не приобщиться к учению Православной Церкви. По словам батюшки, горемык много. Кто-то приходит и уходит, кто-то остается. Сейчас постоянных трезвенников стало больше, чем может вместить в себя маленькая приходская библиотека или трапезная. Встала необходимость расширяться. Так скоро община трезвости переедет в новое помещение. Оно уже строится. Трезвенническая деятельность, которой мы занимаемся, реабилитационно-просветительская, она входит у нас в проект «Воскресение», так называемый.
приход наш, он довольно молодой, и поэтому здесь, кроме храма, практически никаких капитальных построек нет. Вот. На данный момент деятельность проводится в библиотеке, которая себя представляет строительный вагончик, нам пожертвованный, переделанный под соответствующие нужды. И вот мы решили с Божьей помощью все-таки взяться за постройку этого помещения. Здесь, конечно, в этом здании, здание-то двухэтажное, плюс еще большой цокольный этаж, вот, где в какие-то вспомогательные помещения можно расположить. Будут расположены и непосредственно приходские какие-то службы, то есть, ну, та же бухгалтерия, кабинет настоятеля, которого нет по сию пору. Вот. Трапезная переедет сюда, а второй этаж будет занят под классы и аудитории. Дорогие телезрители, самое главное, наверное, что хотелось бы мне сказать и как трезвеннику, и как священнику, что всем нам с вами нужен Бог, потому что душа наша создана Богом и для Бога. И там, где у нас с вами не возникает, естественно, для нас Бога общения, на этом месте, конечно, будут гнездиться всякие страсти. Их очень много. Это не только, конечно, алкогольная или наркотическая зависимость, это и многие другие зависимости или страсти, как мы их более правильно называем. Поэтому без Христа у нас с вами ничего не получится. Ни нормальной семейной жизни, ни воспитания детей, ни отношения к сослуживцам, к правительству, к нашему. То есть мы во всем будем терпеть некий недостаток, который будет приводить нас всегда к разочарованию, а по большому счету и к разбитому корыту. Вот. Там, где мы начинаем хоть что-то без Христа, будь то семейная жизнь или какое-то дело, вот, благое пусть это дело будет, если мы без Христа это делаем, то все это приведет нас, в конце концов, ни к чему хорошему. Поэтому душа наша, она нас не обманывает, она все время ищет этого общения. И надо сделать первый шаг. Сделать это, в общем-то, несложно. Не надо чему-то научиться сначала, а потом в церковь прийти. Просто надо прийти и начать с малого. Постоять на службе. Начать молиться дома утром, вечером. А все остальное, оно приложится. За первым последует другое. Вот. Не надо бояться приходить в церковь. У некоторых вот такой страх есть. Мистический перед церковью какой-то. Вот. Не надо бояться. Вот если мы туда не придем, в церковь, то кто же нас научит, как правильно жить, как правильно что-то делать. Вот. Мы везде ведь так и на работу приходим, мало что умея, но нам показывают, как что-то надо делать, и мы начинаем это повторять, начинаем учиться, видим, как правильно, как неправильно и так далее, развиваемся. То же самое здесь происходит.